Привет, с вами Лиза, и сегодня я вам покажу 5 простых упражнений, как сесть на поперечный шпагат. Исходное положение, стоя на полу, ноги на ширине плеч. Начинаем делать волну туловища. Делаем вдох, наклоняясь вперед, и выдох при подъеме туловища наверх. Выполняем 8 раз. Наклоняемся вперед, ладони ставим на пол, колени ровные, удерживаем до 30 секунд. Исходное положение, сед на полу, ноги максимально разведены в стороны. Делаем наклоны в сторону поочередно, вправо и влево. Следите, чтобы ягодицы не отрывались от пола. Выполняем также по 8 раз. Исходное положение. Сед на полу. Ноги максимально разведены в стороны. Руки на полу перед собой. Выполняем волну туловищем в стороны. Сначала вправо, затем влево. При этом носок рабочей ноги берем на себя. Продолжаем делать волну туловищем, только уже вперед. И при этом носки обоих ног берем на себя. Исходное положение не меняем. Руками обхватываем щиколотки ног и стараемся положить живот на пол. Удерживаем до 30 секунд. Отдыхаем в позе лотоса.